Всем привет, дорогие друзья! С вами я, канал Замышляй Драма, и сегодня мы продолжаем играть в Драку Теней. Это ок. Ну что, не купим? Нет, мифический. А что, не собери сет и открой новые мощные свойства. Тут что? Так, что у нас тут? Нет, давай поменяем оружие, мне не нравится. Лучше. Так. Угу. Давайте. Я избранный тот, кто достоин учиться у отшельника. Затем я открою собственную школу, а ты останешься ни с чем. Ты преувеличиваешь, парень, да, друзья? Вот, ну, медведь следующий, я не помню уже. Дракоша, Гоша. Дракоша Тоша. Он вытер шест. Оружие так называется. Шест. Нифига ты что умеешь. Тэнс. Мясорубочка. Ты офигел? Ты свинотина, больше я его никак не могу называть. Право течения. Наверное, подождем. Будем пытать его. Так, отличненько. Тысяч. Тысяч. Мясорубочка. Так, мясорубочка пошла. Я не могу поверить, ты победил, хотя отшельник и сам никогда пришел в город никем, а в итоге построил величайшую школу на всем востоке. Видимо, смирение – тот урок, который мне предстоит усвоить на пути к открытию собственной школы. Так. Так, мясорубочка, давай. Успел. Кстати, привет, дружбан. Но я тебя не бил. Новое оружие он, да, типа, мне говорит. Ах, ты ж мод.
У тебя классная игруха, да? Так. Так. Так, сейчас маги свои распустят. Простите, что заигрался. Блин. Так. Помни, ты всегда можешь вернуться в мир людей. Посмотри на затмение, и солнце засияет вновь. Так, потом можно, когда рыть побдишь тут, тут можно, как бы так сказать, взять его оружие. Так. Так, трубочка.
Тенс. Давайте будем пить. И собачка. Тенс. Хлыстом был, да, друзья? Ну что ж, на этом можно закончить. А я желаю вам всем удачи. Всем пока-пока.